Всем большой привет, добро пожаловать на мой канал, на новое видео. Я нахожусь в магазине Сенсей в отделе «Все для дома» и хочу вам показать самые новые и интересные товары. Торговый центр «Мол Матрица», город Ижевск. Ароматическая свеча в стеклянной банке. Очень красиво смотрится. Крышка из пробки. Цена 299 рублей. Аромат приятный и нежный. При применении этих ароматических свечей хватает надолго, можно использовать вместо декора. Продаются они в двух вариантах, отличаются цветом банки и ароматом. Следующую новинку, которую я хочу показать, это вот такой вот красивый стильный коврик. С лицевой и с изнаночной стороны у коврика одинаковое плетение, петелька к петельке, все края обработаны, коврик потный. Продаются они в ассортименте, немного отличаются узором, но у этого коврика другое плетение, и с изнаночной стороны он смотрится по-другому. Края аккуратно прошиты, сам коврик плотный, приятный на ощупь, крупное плетение. Можно использовать с двух сторон именно этот коврик, и подойдет под любые комнаты. Также можно использовать и ванную комнату, и как преддверный коврик. Размер коврика 80 на 120 сантиметров, цена 799 рублей, по составу 100% хлопок. Расцветки разные, между собой сочетаются. В продаже есть еще с крупным плетением коврик, с небольшой бахромой по краям, цена 449 рублей. Так он смотрится. С двух сторон узор у него одинаковый, такой же плотный, размер 60 на 90 сантиметров. С бахромой пока вижу только с одной расцветкой. Этот коврик размером 60 на 90 сантиметров, он такой же плотный, лицевая и изнаночная сторона также отличаются. Качество 100%, хлопок, приятный на ощупь. Но у этого коврика есть небольшое отличие, он более рыхлый и не такой плотный, как по сравнению с другими ковриками. Можно стирать вручной и в машинной стирке. А цена 499 рублей. И еще хочу вам показать один коврик, у него приятная нежная расцветка и мне он очень понравился. Коврик двухсторонний, можно использовать как с лицевой, так и с изнаночной стороны. Размер 60 на 90, цена 499. Классные коврики, если бы у меня их не было, я бы обязательно их приобрела. Эти коврики продаются в двух вариантах, отличаются узором. Ароматический диффузер, объем 100 мл, цена 399 рублей. Интересный перевод у этого названия. Дрова для костра почули. Тростниковые палочки в наборе черного цвета, 6 штук. Красивая упаковка, ароматы разные, надеюсь, что приятные. Я никогда раньше не обращала внимания, что в магазине Сенсей продают бижутерию по самым низким ценам. Набор серебристая цепочка и серьги всего лишь по 100 рублей. 6 пар небольших сережек, разные по оформлению, цена 200 рублей. Еще одни серьги в золотом исполнении, 2 пары, цена 200 рублей. А в серебристом цвете тоже есть. А серьги с необычным дизайном, 1 пара, цена 100 рублей. А также 100 рублей. Набор в разном исполнении, серьги кольцам, менять можно каждый день, цена 200 рублей. 2 пары, 200 рублей. А металлический браслет с крупным плетением, с золотым напылением, цена 100 рублей. Набор браслетов на руку из 5 штук, цена 300 рублей. Толстая цепочка на шею, цена 300 рублей, смотрится красиво. Набор в цвете золота 300 рублей. В цвете серебра нравится больше и смотрится красивее. Смотрите, сколько добра я увидела, здесь огромное количество пар, смотрится красиво, цена 400 рублей. В цвете золота тоже есть, смотрите. Такие сережки можно менять каждый день. Цена такая же 400. Такие сережки в цвете серебра мне все-таки нравятся больше. Цена 200 рублей. Колечки на каждый пальчик, цена 300 рублей. Серьги 6 пар, цена 200 рублей. Такой набор я уже показывала в цвете серебра. В золоте он тоже есть, цена 100 рублей. И еще один набор серег.
Две пары в одной упаковке в цвете серебра и золота, цена 200 рублей. Снова перешла я к товарам для дома и хочу вам показать красивые стеганые покрывала, которые продают в магазине Сенсей. Размеры есть 220 на 240 сантиметров и 180 на 220 сантиметров. На полутораспальную кровать, к сожалению, покрывал я не увидела. Покрывала очень красивые, смотрятся дорого. Они двухсторонние, приятные на ощупь, плотные. Два размера продаются в разных цветах. Цена 1199 рублей и 1399 рублей. Раньше никогда не обращала внимания на домашний текстиль, но здесь он тоже продается. Полотенце размером 30 на 50 сантиметров в приятном оттенке. По составу они плотные, все края прошиты. Цена 149 рублей. А так смотрится в развернутом виде. Это полотенце размером 30 на 50 сантиметров. Немного отличается узором. По плотности такое же плотное. И цена тоже отличается, немного ниже, 129 рублей. По составу 100% хлопок. И смотрите, сверху еще пришита очень удобная петелька. Все продумано до мелочей. А с изнаночной стороны ворс у этого полотенца немного отличается. Он менее ниже по сравнению с лицевой стороной. Качество на высшем уровне, ровные строчки и цвет ниток совпадает с самим полотенцем. Эти полотенца продаются еще в темно-сером цвете, а в бежевом и в белом цвете тоже есть. Очень красивые. Мне нравится такое сочетание. А на верхней полке полотенца размером 50 на 100 сантиметров, также три цвета. Цена, считаю, что невысокая, 299 рублей. И третий вариант полотенец размером 70 на 140 сантиметров. Цена 599. А постельное белье здесь тоже продается, очень красиво упакованное, как и сами расцветки. Продаются они в комплектах из пододеяльника размером 160 на 200 и двух наволочек размером 70 на 80 сантиметров. Наволочки 2 штуки. Цена 999 рублей. Ткань бязь, по составу 100% хлопок. И еще ароматическая свеча с ароматом «Штормовый ветер» в стеклянной баночке, объем большой, 300 мл. Сверху находится металлическая крышка, цена 399 рублей. Второй аромат называется «Дикий сад». Ароматы все приятные, нежные, цена такая же. Когда-то я вам показывала эти декоративные светильники, вы мне тоже написали, что они вам понравились. Они снова появились в продаже в белом и в черном цвете. Изготовлены они из металлического корпуса, прокрашены. Внутри находится пластиковая лампочка. Снизу деревянная подставка. Цена 499 рублей. Металлическая рамка для фотографий, прокрашенная в золотой цвет, прямоугольной формы. Размеры, к сожалению, не указаны. Продается в наборе с тремя крючками. На ней можно вешать различные фотографии, какие-то заметки. Цена 399 рублей. Крепления с обратной стороны имеются. А есть еще вот такая вот металлическая рамка в форме ромба. Также продается в наборе с тремя крючками, но без креплений. По качеству аккуратно изготовлено. Места пропаек не видны. Везде все ровно прокрашено. 399. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Если оно вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем пока-пока!